пять знаков зодиака, которые отрабатывают карму предков. В большинстве религиозных и эзотерических учений считается, что человек рано или поздно ответит за каждый свой поступок. Карма – это вселенский закон, по которому судьбу человека определяют причинно-следственные связи его деяний. Карма действует не в одной жизни, она накапливается и отрабатывается в каждом воплощении человека на Земле. По мнению большинства астрологов, от расположения звезд в момент рождения зависит, какую карму человеку придется отрабатывать. Они вычислили пять знаков зодиака с самыми большими кармическими долгами. А кто это, я вам сейчас расскажу. Только ты для начала поставь лайк и подпишись на мой канал. И да, по ссылке в описании ты узнаешь свое будущее. А мы начинаем. Первый знак – Овен. Упрямые и авторитарные представители данного знака зодиака со временем превращаются в гордецов, с чем им, собственно, и предстоит бороться. Зацикленность на собственных желаниях и амбициях затягивает их в кармическую отработку, не давая выйти на новый уровень и улучшить качество жизни. Чтобы это исправить, овнам придется усмирить дух противоречия и научиться слушать и слышать окружающих. Второй знак – Рак. Чтобы отработать карму предков, представителям данного знака зодиака необходимо научиться бороться со своими комплексами и страхами, не пасовать перед трудностями и начать, наконец, радоваться жизни. Им любыми способами нужно побороть тоску и депрессии, а также найти идеального партнера, с кем можно будет дальше идти по жизни. Третий знак – Дева. Представителям данного знака зодиака в качестве кармической отработки необходимо пережить горечь утраты, справиться с собственным бессилием в тех или иных моментах и стойко переживать утрату близких. Звезды рекомендуют девам не зацикливаться на неудачах, отпускать обиды и стойко принимать удары судьбы. Четвертый знак – Весы. Представители данного знака зодиака стараются во всем соблюдать баланс, но если их вдруг качнет не туда и они решат совершить дурной поступок ради своей выгоды, то кармические уроки посыпятся на них как из рога изобилия. Чтобы не провести остаток жизни в страданиях, весам необходимо быть добрыми и позитивными и не вестись на провокации. Пятый знак – Козерог. Представителям данного знака зодиака приходится тяжелее, чем остальным. Иногда они ощущают себя так, будто на них взвалили всю тяжесть мира, и лишь они одни могут справиться с важной миссией. Увы, но чем самоотверженнее они отдаются работе, тем сильнее завязывается кармический узел. Чтобы отработать карму, козерогам необходимо найти баланс между трудовыми подвигами и личной жизнью и как можно больше времени уделять близким людям.